Здравствуйте! В этом видео я буду показывать вам молодняк породы шамо в возрасте 4 месяца. Вы находитесь на YouTube-канале «О шамо Тбилиси». Меня зовут Георгий. И хочу попросить тем людям, которые первый раз находятся на этом канале, переходите на главную страницу. Подпишитесь и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новых интересных видео про породы шамо. И, конечно, не забывайте ставить лайк под видео. Вы в кадре сейчас видите молодого петушка темно-бордового цвета, возраста 4 месяца. Это О-шамо, европейская линия. Это сын моего пепельно-бордового петушка. Те люди, которые давно наблюдают за моей птицей, они помнят этого петушка. Вот это его сын. Форма головы точно копия своего отца. Очень красивый петушок были у отца, и сам тоже довольно хороший петушок. Следующий петушок, это тоже европейская линия. Тоже О-шамо. Вот такой темно-красный петушок. Мощный голова. Высокий рост. Ну, крупный петушок. Видно сразу, что будет тяжеловесом. Хорошо выражены надбровные дуги, толстый клюв. Один из самых ярких представителей своей породы. Хороший петушок. Вот уже видно петушиное перо на шее. Перечесанный назад. Криво. Очень красиво выглядит. Вот следующий петушок. Это японская линия. Японская линия. Я сейчас точно не могу сказать, но по большому счету побольше похож на чушабу. Не будет таким большим, как предыдущие петушки. Где-то 4,5. 4-4,5. Вот так этот вес будет. Вот этот молодой петушок. В предыдущих сериях я снимал этого петушка в возрасте 3 месяца. И этого петушка, и предыдущего петушка. И уже в этом видео видно то, что они прибавили за один месяц. Это уже петушок Чушамо. Стоит на коротких ногах, маленький квадрат, но очень такой дерзкий, у него такой характер. Я вообще-то до 3 месяцев думал, что это курочка, но потом появилось петушиное перо, и все стало ясно. Я думал, такой агрессивный курочка, но оказывается, что был петушок. Вообще-то сложно до конца узнать пол цыплят этой породы. Иногда хватает месяц, иногда месяц не хватает, чтобы было видно, какой пол. Это уже черный цвет петушок, тоже чушамо, на коротких ногах стоит, будет тоже в районе 3,5-4 килограмма. Черный цвет, элегантный, вот такой красавчик маленький.
Вот следующий уже курочка. Курочка. Ошамо. Желтого цвета. Его мама. Я снимал предыдущие серии. Он стоял рядом с петушком Шушамо. Вот его дочка. Тоже копия своей матери. Своей маме. Вот такая красавица. Очень красивая курочка. Крупная голова. Вертикальная стойка. Вот. Красивая птица. Следующая курочка тоже Ошамо, такой высокий. Сейчас в этом возрасте они почти все худые такие. Сейчас вот на этот возраст они прибавляют рост, они идут по большому счету на рост то 5 месяцев, то 6 месяцев, потом уже рост идет. Они становятся широкими, вес прибавляют. Ну, вот конкретно в этот возраст они развиваются на рост. Рост идут по большому счету. Вот следующая курочка, черная курочка. Тоже один из моих любимчиков. Хороший глубокий глаз, толстый короткий клюв. Вот. Хорошая погода, солнце хорошо светит, и камеру сложно сфокусироваться на кадр. Ну, так видно, что птица достойная. Сейчас поймаю кадры, посмотрим вместе. Вот. Не, сложно. Вот такой глубокий глаз. Вот красавица. Черный цвет. Такой молодняк в этом году. Кто приобретал у меня инкубационное яйцо, вот, пожалуйста, смотрите, сравнивайте. Вот такие цыплята, молодняк будет у вас тоже. Вот эти, вот эта двойка, которых я снимал в начале этого видео. В следующем серии я буду показывать их гораздо вот крупным планом. Вот эти две петушка мне очень понравились, и будем наблюдать за их рост и развитие гораздо вот таким крупным планом. Среди любителей этой породы, если у кого есть желание приобрести инкубационное яйцо, можете связаться с нами. Все контакты оставлены снизу в описании на это видео. Спасибо хочу всем сказать за просмотр. И наблюдайте за YouTube каналом. Дальше будет гораздо интересно. Спасибо всем за просмотр. И попрощаюсь с вами. Всего хорошего. Пока.